Дорогие друзья, здравствуйте. Непривычное такое для меня видео, но я считаю, что при таких обращениях надо обратиться лично. Вы нас очень-очень поддерживали, очень много чего сделано. И, кстати, за нашей деятельностью видели, как наша организация развивается, растет. Благодаря помощи. Но у нас сейчас прямо супер экстренный, супер срочный сбор средств. Вот. И связано с тем, что мы нашли аппарат для газового наркоза. Для нас, как для юрлица, он будет стоить 105 тысяч рублей. Для физлица чуть дешевле, на 15%. Но мы все-таки покупать такие вещи предпочитаем официальные, чтобы он был насилен. Вот. В общем-то, как это угнать за 60 секунд? Вот у нас задача найти 100 тысяч рублей до вечера. Почему это важно? Потому что газовый наркоз хорошо переносится большинством животных, потому что газовый наркоз – это вот вошел-вышел. То есть это тот наркоз, который очень легко и удобно применять для осмотра. А у нас животные дикие, я напомню, и жесткое удержание для них – стресс. Ну, жесткое удержание – стресс для всех животных. Наши животные боятся людей. И, естественно, даже иногда осмотр, он требует релаксации. То есть развернуть там ежика на рентген или, допустим, даже птичку уложить на рентген крупную гораздо проще, когда она чуть-чуть поднаркожена. Но инъекционный наркоз из него тяжелее выходит, он дольше остается в организме, и, соответственно, применение его надо соотносить риски самого наркоза, да, с его пользой. Вот. У газового наркоза такие риски ниже. Можно не вводить глубоко в наркоз, а лишь вот это вот такое околосонное состояние, то есть которого достаточно для того, чтобы там 2-3 минуты сделать рентгеновский снимок, допустим, после чего животное уже просыпается. Это позволит очень сильно облегчить работу нашим ветеринарам. Это позволит намного качественнее оказывать помощь животным. Это позволит исключить потери животных, как раз снизить потери тяжелых пациентов, то есть тех, которые находятся в стрессе, тех, которые находятся с сильными болями. То есть мы сможем, с одной стороны, их осмотреть для них безопасно и безболезненно, с другой стороны, не повысить им уровень стресса. Да? Это супер важно. По поводу стресса вы можете посмотреть на нашем канале лекцию Маши Маркиной как раз по этому поводу. Плюс непонятно в текущей ситуации, что будет, как будет дальше, когда будет техника продаваться и какая. Цена низкая для него даже до подорожания, в принципе. То есть 100 тысяч рублей – это не такие... Это полинаркон 2П, стоимость его до подорожания около 200 там, тысяч рублей, ну, то, что я встречала. Вот, собственно говоря, все. Если кто-то готов нам помочь, поддержать, ссылочка в описании прямо на сбор. Любые все другие реквизиты тоже работают, просто отметочку наркоз мы все вместе скинем, скопируем. Нам уже выставили счет 105 тысяч рублей, чуть там не 100, 105 тысяч рублей он будет стоить. Нам плюс еще перевозка с деком из Челябинска. Вот. Но я говорю еще раз, штука очень важная, очень нужная, которая себя действительно будет работать и будет себя реализовывать. Вот. И поэтому, если вдруг у вас есть такая возможность, пожалуйста, поддержите нас, сделайте репост, помогите финансово. Вот прям, ну, реально очень-очень надо приобрести такую историю. Это прям... классный шанс, это большой прорыв для стационара, для нашей работы будет, поэтому, если есть возможность такая, поддержите нас. Спасибо!